смотрите, завезли еще такие термоскатерти двухсторонние, такая вот симпатичная, с подкейками. Есть с клубникой, есть всякие разные. Размер 60 на 200 сантиметров, на 100 сантиметров, 59 рублей 90 копеек. Цена очень, кстати, низкая. Смотрите, завезли новый морской коктейль, 500 грамм, состав морепродуктов. Как кальмар филе, кальмар кусочки, крабовые палочки, мидия, осьминог. Состав, по-моему, тот же, только изменилась немного упаковка. 500 грамм, морской коктейль 129,90. И вот такой вот еще кальмар. А другого производителя уже, я так понимаю, да. Но выглядит они, знаете, по дизайну так, как будто производитель одинаковый. Хотя здесь Подгордеевка производителя, а здесь Рыберика. 500 грамм. Кальмар для жарки. Филе кальмара, блеска кальмара, обестушенная. И все, в принципе. Просто только кальмар для жарки. 500 грамм, 130 рублей 90 копеек. Что тут еще есть такого морского? Есть еще креветки углохвостые. И как они правильно? Углохвостые, да, 1 килограмм. 424,90 за килограмм. В среднем он есть в пакетике по 500 рублей. Кило с лишним. Ну, льда, конечно, как всегда, напихали. Немало. Так, ну, в среднем вы поняли, да, 500 рублей. За пакетик. Цена за килограмм 424. Есть еще снежный краб. Это у нас крабовые палочки обычные. С мясом натурального краба. Я их уже как-то показывал. 500 грамм 114,90. Такой вот холодильник чисто морской. В светофоре сделали. Есть еще мясной. Ну и мясной я тут уже показывал, да, вроде. Здесь есть ноги свиные. 62 рубля 40 копеек за килограмм. Окорок свиной 284,90. Это у нас вот это, по-моему. А нет, это лопатка свиная. Лопатка свиная 284,90 тоже так же. Рагу по-домашнему 97,90. Вот оно в таких пакетах. А окорок свиной это вот это, я так понимаю. С салом. Смотрите, завезли еще такие вот наборы изолент. Синяя, черная и 4 разных цвета. Красно-зеленая, белая, желтая. 10 штук. В общем, 132 рубля 90 копеек. Но я думаю, мужикам не надо объяснять, как бывает. Вообще, всегда полезная вещь изолента. Что дома, что в машине, что в гараже, везде пригодится. 132,90. Вот упаковку купил и раскидал в гараж, домой, там, в машину. Куда-то еще там. 132,90. На дачу куда еще можно. Вот. Смотрите, завезли еще такой вот молочный коктейль. Карамель. Это, так я понимаю, молоко с карамелькой. Дата изготовления 22.02.2022. Срок годности 00.08.2022 года. До этого было молоко и коктейль клубничный сейчас. Ну, это ваш производитель. Сейчас карамель. 72 рубля 90 копеек 1 литр. Масса доля жира 2%. А, ну вот они есть, всякие разные еще коктейли. Вот такой вот еще был клубничный. Смотрите, завезли еще вот такие вот баклажаны. Приморский, эта банка течет. Так вот часто в светофоре что-то протекает, что-то течет. 680 грамм. Вот такие вот баклажаны. Спасский консервный завод. Такой вот приятной заливки. Цена 81 рубль 90 копеек 720 грамм. Но цена, в принципе, очень даже низкая. Так, а дата изготовления у нас... 02.2022, срок годности 02.24. То есть они свежие и хранятся еще очень долго. Смотрите, друзья, еще вот такая вот новинка. Это вообще не только новинка светофория, это вообще в целом новинка. Первый раз такой вижу. Кисель овсяный. Фрутоняня. Производитель 12+. Яблоко, манго, персик. Вообще нигде в детских магазинах не было. Ой, ну не видел. До этого, хоть мне маленький ребенок, постоянно всякое покупаю в детском магазине. До этого вообще не видел. Кисель такой, фрутоняня, скорее всего, новинка. 26 рублей 90 копеек 130 грамм. Смотрите, завезли еще такой вот сок. Сады Придорни, очень хороший сок, мультифрукт, нектар. До этого завозили только с яблочным вкусом, сейчас такой вот мультифрукт. 0,950 литра, цена 53 рубля 90 копеек. Сады Придорни, кстати, очень хороший производитель. Дата изготовления 10-21, срок годности до 10-22.